23 апреля в Кронштадте пройдет не только городской субботник, но и масштабная патриотическая акция «Всегда на страже». Она будет посвящена ликвидаторам Чернобыльской аварии. В этот день на Якорной площади каждый сможет почувствовать себя бравым пожарным, примерив форму огнеборцев. Испытать себя можно будет, оказав первую медицинскую помощь или попробовав пройти полосу препятствий. Акция будет посвящена Дню пожарной охраны России, а также памяти погибших в радиационных катастрофах. Когда произошла Чернобыльская катастрофа, первыми, кто оказались на ликвидации аварии, были именно пожарные. Конечно, они понимали, что лучевая болезнь, которой они подвержены, она будет убивать их, но тем не менее они шли, зная, во имя чего они идут, ради жизни на земле. Свои навыки и мастерство пожарные продемонстрируют прямо на Якорной площади в программе «Тушение условного пожара и спасение людей с высоты». События будут разворачиваться не только на земле, но и в воздухе. Изюминкой дня обещают стать авиашоу. В полдень легкомоторные самолеты исполнят в небе над Кронштадтом фигуры высшего пилотажа.